Нижегородские парламентарии обсудили изменения в закон об охране и использовании водных объектов Нижегородской области. Заседание профильного комитета состоялось в законодательном собрании региона. Законопроектом предполагается создание общественного патронажа водных объектов. В планах закрепить формирование попечительских советов, которые могут создаваться в форме общественных объединений. Все наподобие попечительских советов, работающих по паркам и скверам.